тебя не слетит железо. Отлично, я разогнался и уже и уходим куда надо. Мы тут, понимаешь, лавируемся, брызги летят, а этот член команды просто лежит тут на ветреном борту и радуется жизни. Вот так вот бывает. Итак, пришли в место нашей очередной стоянки. Бухта Бузукой. Задувает, конечно. Чем замечательно это место? Во-первых, оно дикое. Прям как я люблю. Здесь нет этих шнебельных ресторанчиков. Нет, ресторан, конечно, будет. Но будет настолько шикарным, как обычно. А значит, цена со сбор денег только за вкусную еду, а не за антураж. А еще здесь есть старый замок. Меня, конечно, качает, вы уж извините. Вот они, укрепления. Я не знаю, получится ли туда сходить и посмотреть их вблизи. Но с моря они смотрятся замечательно. Горы, 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 и тут крепостная стена. Само место. Просто место. Наш ресторан будет называться Северс Парадис. Вот, смотрю, солнышко до углики. И всю морская вода от брызг попала. Попало таким на объектив. Ну ничего, почищу, а пока так. Я заранее извиняюсь, не снимаю все те яхты, которые здесь стоят. Все-таки... Продолжаем путь в замок. Я, по-видимому, нажал кнопочку. Сказали 10 минут по какой-то дорожке. Надеюсь, по этой. На самом деле, она достаточно сложна для перехода. Попытка номер 2. Продолжаем идти к замку. Уже с другого пути. Потому что там оказались колючки. А так как у нас обувь — это сандали, мы решили не колоть себе ноги, а поискать другой обходной маршрут. Потратили на это полдня времени. О, какой малиновый закат. Но к своей цели мы приближаемся. Ну что ж, мы подошли к ней. Мы уже почти внутри. Сейчас постучимся и нам откроют. Лестница. Впереди нас ждет дворец, разрушенный самим Гаем Юлием Цезарем. Нам тут рассказали историю, что во времена Гая Юлия Цезаря этот замок взяли себе как базу местные пираты. И они захватили Гая Юлия Цезаря, когда тот проплывал на своем суденышке, осматривая владение. Ну что ж, для него, конечно, попросили выкуп. Большой выкуп. 10 тысяч талантов. На что Гай Юлий Цезарь рассмеялся и сказал: «Ха-ха-ха-ха, я же император. Просите за меня 100 тысяч талантов». Пираты подумали и сказали: ну 100 тысяч лучше, чем 10 тысяч. Придешь? И попросили эти 100 тысяч. Ну что ж, подданные Юлия Цезаря, конечно же, набрали денежков и привезли пиратикам. Гай Юлий Цезарь освободился из плена и поплыл к себе домой. Но, конечно же, как любой император, он безусловно щедр, но настолько же злопамятен. Вернулся он сюда с эскадрой разгромил пиратов на голову и теперь живет здесь сам. Точнее, жил здесь сам. Ну а мы идем смотреть на эту резиденцию. Коля, не отставай. Ветер, конечно, задувает. Внизу дорожка есть. До конца уже доходить не будем. А то вдруг там какой-то самый пират. Пойдем уже обратно. А то ужин ждет. Согласен? Баранина. Пойдем. Аккуратно спускайся. Молодец. Пойдем. Какой же шикарный вид. Классно, классно, классно. Ветер подул противный. Прям в море. Конечно, китайская, но китайская не найдем, а наша древняя. Становится темно, поэтому снимать скоро будет практически невозможно. Пока стараемся. Ну, мы уже слушаем трактовку генератора местных жителей. Уже не знаю, как они здесь выживают. Но как-то справляются. Генератор, козочки, птичечки, туристы, наверное. В летний период. Мы вернулись к турецкому флагу. Остается спуститься, не идти назад. Идешь как декорации какой-нибудь на игре. Вокруг старенькие домики. Какой-то генератор работает. Людей нет. Но свет горит. И сейчас выбежит какой-нибудь дядька с бензопилой. Вообще шикарно. Ну что ж, будем вспоминать прием самообороны против бензопилы.